Всем привет! А мы приехали в Костко в очередной раз. Хочу продемонстрировать очередь на заправку. 3,99. Мы уже заправились, я не сняла. 3,99 сегодня бензин за галлон. Галлон это 3,6 литра. 3,7. Очередь огромная. Мы уже ее отстояли, заправились. И сейчас вот я возьму сумку, и мы пойдем в Костко. Поэтому, если вам интересно, что мы в очередной раз покупаем, а сейчас мы покупаем очень много, пойдемте вместе со мной. Так, скидка на гуакамоле хорошая, 3,50 долларов, 10,5 долларов, кило 300, 3 упаковки. Сколько? Такой гуакамоле я люблю. 10,5 долларов. Они увидят, да, зеленуху не будет есть. На них 3,50 сейчас скидка, да, 10 долларов цена. И мы взяли еще вот эти ежики, котлетки, meatballs. 11 долларов цена сейчас за, получается, кило 300. Смотрите, реклама, двигатель торговли. Сейчас вот там дают попробовать вот этот салатик. Я давно хотела, засматривалась, это же, наверное, полезно еще очень. Попробовали, такой вкусный, так понравилось, и берем. 10 долларов 70 центов за 794 грамма. Так, у нас сыр подходит к концу. Мы взяли вот этот сыр, кило 130, 10 долларов. И хаварти взяли опять 9 долларов 79 центов, 907 грамм, 2 упаковочки. Курицу берем 15,44 доллара, 1,5 доллара за, в общем, 3 доллара килограмм получается курица. Берем упаковку фарша, индейки 24 доллара за упаковку. Мы решили взять ребрышки, упаковку, часть на борщ, часть самим приготовить. Что-то они такие обычно потоньше. Саша их как-то выбирает, как он их выбирает, не знаю. Возьму вот эти вот, они потоньше, их тут 3 в ряду. А, получается 3,69 за полкило. Так, вот мы берем булочки наши, как обычно, 2 упаковки, 6 долларов. Мы берем всегда только простые. Берем курочку 4,99. Курица гриль. А, берем упаковку круассан. Круассаны 5,99 за 12 штук. Какие-то под стикерс. Овощи. Возьмем курица овощи 6,99 за 2 почти килограмма. Берем. Берем. Молоко 6,99 упаковочку. И яйца опять я беру. 5 доз. Вот такая коробка. Не знаю, почему в коробке давно не видела. 3,5 килограмма получается. 15,99. Стандартно яблоки. Какие-то тут порченые. 1,5 килограмма. 1,5 килограмма 5,5 долларов. Авокадо. 5 штучек. Упаковочка 5,5 долларов тоже. Огурцы 3 штуки 6 долларов. Органик. Картошка 15 паундов 14 долларов. Сейчас возьму и понесу себе в тележку. Лук. Нам нужен лук. 9. 10 долларов, да, лук получается за 5 килограмм. Как-то так. Персики. Нектарины белые. 5,99 за пакет. То есть 2 доллара за паунд получается. Цена неплохая, кстати. И, наверное, я возьму сейчас сливы. Сливы 4,99. 1,5 доллара за паунд. Цезарь берем. 553 грамма, 9 долларов. Мы уже взяли вот такой микс салатов Романа. Вот уже набрали целую тележку опять. Вроде я только недавно закупалась. Еще книгу взяла, да, не, вот эту вот. Читать, может, будет Dogman. 8,5 долларов. Цена супер. Блинчики стандартные наши, упаковки 4,99 за 20 штучек. Сок возьму. Манго.
не знаю, сколько стоит цена за гуаву. 6,99, ну, примерно так и стоит тоже манго. И вот этот вот чай, мед и имбирь, $9.5. Уже, не знаю, столько мы съели ее, вкуснятина. Берем варенье, $9, клубничное, 200 кило. И еще черника, да, голубика, 5,99, 794 грамма. А их лимит, где их больше не возьмешь. Берем нашу кашу, килограмм, 5,99. Только две штуки можно взять, поэтому берем две. Берем муку. Мука, вес у нее получается 25 паундов, $9.5 мешок. Так, мы берем еще вот такой соус тайский какой-то, сладкий перчик чили, $6.70, не снимали, уже брали такой, уже почти заканчивается, очень понравился. Я сама лично не ем, но мужчины любят. Сосисочки беру, $10.70. У нас уже полная тележка, не сняли, взяли бананы. Персики я, по-моему, снимала. Сметану еще берем. Упаковку целую. Берем упаковку творог. $4.89. Он, к сожалению, соленый, но когда нет ничего, и такое будет неплохо. Сыр берем. Упаковка закончилась. 15,99. А, наверное, смесь лучше возьму, мексиканскую, вот эту, 15,99 за две упаковки по 1,3 кило. Тертый сыр, удобно. Я часть замораживаю, часть готовим. Берем масло в упаковку, $14.29. 4 упаковки, они, по-моему, по 400 грамм. Берем две упаковки конфет, 6,99. Потому что сейчас с хорошей скидкой. Знаете, это называется «дождалась». У меня есть ватные диски, но я ждала настолько редко. На них бывает скидка. И сейчас, смотрите, я недавно была. Я была до 26-го. Ну еще 10 дней будет действовать. Да? Наконец-то. 900 штук, $11. Мне кажется, это отличная цена. Просто суперская. Я первый раз вижу... Я так понимаю, это туалетная вода, продаю крем для мэр. Мне кажется, $144 это. Наверное, шикарная цена. Мне кажется, за ламер крем. Я дождалась скидку. Наконец-то, она не очень большая, но тем не менее. Кристинес, это $24, шампунь и кондиционер. Говорили, очень хороший, надо брать. Так, сумма нашей покупки составила аж $455.50. В этот раз опять мы много всего набрали, поэтому такая сумма закупки. Выезжаем. Всем привет! Пока Настя в данный момент закупается в Коско, я приехал в магазин Walmart. Я хочу сегодня купить газовый мангал. Как вы помните, мы неоднократно жарили мясо у себя во дворе на углях. В итоге к нам прилетело предупреждение, что в нашем комьюнити дровами и углем пользоваться нельзя. Я все хотел, собирался, все, что-то времени не хватало, приобрести себе газовый мангал. И вот, так как у нас сейчас живут гости, но мы их не снимаем, и мне очень комфортно. Они не любят сниматься, поэтому я думаю, что вы поймете людей и как бы не будете нас обижаться, что мы не все снимаем. Вот, мы решили пожарить вечерком стейки, и поэтому я решил. Я зашел в интернет, посмотрел, и вы представляете... Вот я приехал. Что у нас есть? Вот такой гриль. Тут у нас дверцы. Там баллон ставится. Газовый, и все. Нержавейка. 4, а даже 5 конфорок.
И сбоку здесь есть плита, чтобы готовить на улице. Цена 227. Есть точно такой же, только сбоку столик, нету газовой плиты, чтобы готовить на ней на улице. Она нам абсолютно не нужна. Цена 177. Есть вот такой вот электрический. Получается, вот эта поверхность, мне кажется, она очень быстро обгорит, типа тефлона. Ну а потом что делать без нее? Не знаю, электрический я что-то не очень хочу. Цена 237. Есть вот такой угольный маленький, $48. Насыпаешь туда уголь. Есть заслонки, открыл-закрыл. Есть вот такой газовый, 197. Вот это здесь чугунная, уже такая прям конкретная. Снизу газовые горелки. И на нем, я думаю, жарить. Это, скорее всего, больше для бургеров. Котлеты жарить, сосиски жарить будет более удобно. Есть вот такой для копчения. Цена 184. Сюда насыпаешь опилки. И на этих опилках он готовит. Вот я бы такой хотел бы себе. Но, к сожалению, у нас, вы знаете, поступила жалоба на нас, что мы дымили, и нам сказали, что нельзя готовить на углях, на дровах в нашем комьюнити. Есть вот такой вот эконом-вариант, гриль, $96 по акции. Он тоже газовый, тут три горелки, правда. Но он такой хлипкий, металл тоненький. Вот как-то мне он не очень. Хотя такой... как временный вариант тоже пойдет. Недорогой. Я, наверное, из всех этих вариантов выберу и куплю себе вот такой вот. $177. Без боковой плиты уличной, как на этом. Здесь получается 4 горелки. А, вот еще в чем разница. Здесь 4 горелки, а здесь 5. Наверное, размер... Да, здесь получается вот этот, он чуть-чуть пошире. Не-не-не, мне такой даже не нужен. Вот этот оптимальный. Для нас, на нашу небольшую семью, с 4 горелками, больше, чем достаточно. Вот, я думаю, это оптимально. Нержавейка. В принципе, решетка. Для верхней, да, тут овощи наверху можно пожарить. Тут даже вот нарисовано. И под стейки. Решетка чугунная. Вот эти нижние стальные. Они выгорают. Вот эти нижние части. Они тоненького металла. Но они продаются на Амазоне. Их заказал любые. Хоть нержавейка, хоть не нержавейка. Они как бы такие расходники, можно сказать. И все. Как вам? Мне кажется, нормально. В общем, я возьму вот такой. А давайте посмотрим, есть ли он в наличии. Их нужно самим собирать. Они все разобранные. Так, это у нас со столом. Вот то, что он показывал. Видите, как у него прям готовится. Столешница, она нагревается. На ней все подряд готовить можно. Россыпью то, что идет на решетке, не очень удобно. Так, а где же то, что нам нужен? О, для пиццы даже есть. Прикольно. Плита. Получается, она какая? Угольная? Гриль. И туда пицца. Прикольно. Так, а где же наш шкафчик-то? А вот еще какой есть. Этот с двумя конфорками. А, во! Во, во, похоже, одна штука есть. А вот он у нас как раз стоит и ждет. Вот он наш. Все, я его забираю. Сегодня жарим стейки. Кстати, вот еще. Сколько здесь разных причиндалов. 97 центов. Лопатка переворачивать мясо. Щипцы. Кстати, тоже мясо переворачивать хорошее. Тоже 97 центов. Все вот эти щеточки. Ну, на них уже цена чуть-чуть подороже. Хорошие большие щипцы из нержавейки, чтобы мясо переворачивать. 4,88. Но у нас все это есть.
перчатки есть различные. Поджиг. Кстати, на этом гриле он там от батареек работает. Поджиг такой не нужен. Ну все, доставил я наш гриль домой. Сейчас приступлю к его сборке. Ну как вам? Мангал собран. Первые стейки готовы для жарки. Конечно, пришлось повозиться. Такое количество запчастей. Я в шоке, конечно. Вот видите, упаковка. И там было, не знаю, несколько десятков запчастей. Вот эта еще цепочка осталась. Еще кто-то еще не понял, откуда она. Целая инструкция на 16 страниц. И очень-очень много было запчастей. Очень мелких много запчастей, что меня удивило. Ладно, будем пробовать жарить. Сейчас посмотрим, что из этого получится. У меня есть вот такой вот щуп. Вот видите, его вставляешь в мясо, выставляешь температуру. Вот температура 71 по Цельсию. Это медиум прожарка. Первая порция пошла. Ох, какой жар идет. Хорошо, красиво выглядит. Ну что у нас с мясом? Мясо на подходе. Осталось пару градусов. Вот так это все выглядит. Верхние это потоньше, которые были, я их уже внизу поджарил. А сейчас, чтобы они не остывали, я их убрал наверх. Они же не доходят. Сейчас, через 2 минуты, у нас будут обалденные стейки. В общем, всем приятного аппетита. На этом с вами будем прощаться. Всем мирного неба над головой. Пока-пока. До новых встреч. Не забываем подписываться, ставить лайки. Пока-пока. Подпишись, поставь лайк.